Скачайте Telegram через Play Market или App Store. Введите номер вашего телефона. Введите код подтверждения. Укажите ваше имя и фамилию. Затем нажмите на кнопку «Принять». Используйте функцию поиска. Введите Wallet. Выберите кошелек с галочкой. Нажмите на «Старт» или «Открыть кошелек». Поставьте галочку и нажмите на «Продолжить». Нажмите «Начать» и выберите пополнение с банковской карты. Выберите Тонкоин, затем нажмите «Далее» и выберите валюту. Для жителей Казахстана – тенге. Для тех, кто находится за границей, выберите удобную валюту. Нажмите «Оплатить картой» и введите данные банковской карты. Затем нажмите «Оплатить». Кошелек успешно пополнен. Далее скопируйте адрес ссылки. Вернитесь в кошелек и нажмите «Отправить». Выберите внешний кошелек, Тонкоин, и вставьте адрес кошелька. Укажите, сколько хотите отправить. Благодарим за вашу поддержку.